Чиновница была начальником одного из управлений в администрации Кораблинского района. Следователи установили, что в 2018 году она способствовала продажам квартир в городе Кораблино на аукционах, организованных для приобретения жилья для детей-сирот. После заключения муниципальных контрактов и перечислений продавцам бюджетных средств за квартиры, обвиняемая получала от них взятки. Общая сумма незаконно полученных денег составила около 600 тысяч рублей. В ходе расследования уголовного дела обвиняемая пыталась воспрепятствовать объективному установлению обстоятельств, которые имеют значение для уголовного дела, в том числе воздействуя на свидетелей. Вину в преступлении она не признала. Однако следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения. Чиновница обвиняется в совершении 6 преступлений по статьям покушения на получение взятки в крупном размере с вымогательством и получение взяток в значительном и крупном размерах. Расследование уголовного дела завершено. Оно передано прокурору района для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».